Приветствую тебя в Театре Монстров. Это моя библиотека. Здесь ты решаешь, как тебе играть с историей. Эта история называется «Элма в Зазеркалье». Она рассказывает не только про мебель в спальне. О, да-да-да, это история молодого монстра, который ищет себя. Да, и там еще этот странный кролик, очень милый парень. Чтобы просто прочитать историю, нажми туда. Чтобы прочитать историю, а также сыграть в игры, нажми туда. Нажми на книгу, чтобы выбрать любимую страницу. Хорошо, мы почитаем историю. Это название истории. «Элма в Зазеркалье». О, посмотри на все эти картинки! Когда ты попадешь в Зазеркалье, их будет еще больше! Будет интересно! В комнате Элма стояло большое красивое зеркало. Когда Элма смотрел в него, оттуда смотрел маленький красный монстр. Он никогда не выходил из зеркала, а Элма никогда не входил внутрь. Пока однажды... Ты маленький глупый монстр. Элма, интересно, кто ты? Красный монстр за зеркалье. Элма, рад с тобой играть. Ведь все, что Элма делает, ты любишь повторять. Красный монстр за зеркалье. Элма хочет знать ответ. Что ты делаешь в то время, когда Элма рядом нет? Ту-ту-ту-ту. Красный монстр за зеркалье. Элма, рад с тобой играть. Все, что Элма делает, ты любишь повторять. Красный монстр за зеркалье, Элма хочет знать ответ. Что ты делаешь в то время, когда Элма рядом нет? Красный монстр за зеркалье, Элма хочет знать ответ. Что ты делаешь в то время, когда Элма рядом нет? Зависит от тебя, Элма. Что это значит? Элма увидит. Давай! Элма очень хотел узнать, на что похож мир, где жил маленький красный монстр. И вот он уже там. Элма смог пройти прямо через большое зеркало. Ты ведь не маленький красный монстр. Нет, я маленькая красная пешка. И сейчас у меня проблема. Ты сбил все красные фигуры. Не беспокойся. Мы сейчас все расставим по своим местам. Хорошо, давайте посмотрим. О, король, королева, слон и конь. Вернитесь на свои места в траве. Ура! Спасибо за помощь! А теперь, Элма, ты потанцуешь со мной? Элма любит танцевать! Тут не проходил маленький красный монстр, как раз перед тем, как пришел Элма! Да, проходил, но он очень торопился! Совсем как он! Очень торопился! Какой прекрасный сад! Там было много цветов и деревьев, и звуков. Элма смотрел на цветы
и надеялся, что они смогут ему помочь. О, привет, цветы! Элма хотел бы, чтобы вы говорили. Тогда вы могли бы сказать Элме, где найти маленького красного монстра. О, мы умеем говорить, хорошо? Если находится кто-то, с кем стоит говорить. Да-да, мы говорим только когда хотим, как сейчас. Кто-нибудь тут видел маленького красного монстра? Эй! Ау! Ай! Элма совсем запутался! Это было тихое, тенистое и очень странное место. В этом лесу никто не мог вспомнить свое имя, и все забывали названия вещей. Запутался. Не помню. Имя. Ямануко Дебеда. О, да. Большой фиолетовый двойной монстр. Ну, ты что-то слышал? Нет. Нет, я нет. О, двуглавый монстр. А что ты делаешь на этом канате? Элма просит прощения. Тут не пробегал маленький красный монстр как раз перед тем, как пришел Элма. Он пошел вон туда. В зазеркальном мире было так много удивительного. В зазеркалье все вещи были чуть-чуть другими, чем в мире Элму. И чеширский кот только улыбался. Маленький красный монстр. Элма не видит его нигде. Но Элма видит много других монстров. Элма где-то видела этого кота. О боже, я опоздаю! О боже, я опоздаю! О боже, я... Это был маленький красный монстр? Подожди, Элма! Подожди, Элма! Что это? Прямо за забором Оскар накрыл стол для вечеринки грязнуль. Элма увидел пустое место за столом и подумал, что маленький красный монстр тоже мог прийти. А? Ого! Эй, иди сюда! Я опоздал на вечеринку! Элма уже здесь! Что это за вечеринка? Это вечеринка грязнуль. Ведите себя как грязнули или уходите! Это супер вечеринка! Собрались грязнули, здесь сюда беспорядок, здесь нет тишины. Все заняты работой, но вы пришли ко мне. Так будьте беззаботны, я буду рад вполне. Это супер! 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 День! Грязнули снова вместе, значит, время поиграть. Попеть смешные песни, прыгать, бегать, танцевать. Дети, собирайтесь, отгоните сон и лень. Скажу вам, что нам делать, это просто супер день. Это супер! 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 Песня «Грязнуль», она всегда ухудшает мне настроение. Ну, ты хочешь еще десерт? Еще десерт? Но тут вообще нет десерта! Фу! Элма очень хотел вести себя как грязнуля и ужасно насвинячить за этим столом. Дело в том, что такие здесь были правила, но больше всего Элма хотел найти маленького красного монстра. Кто-нибудь знает, какой сегодня день? Национальный день треугольника? Сегодня день грязнуль, а значит, всем нужен десерт. Вот, это будет большой вечеринкой грязнуль. Я рад, что вы все здесь. Но грязнули так не говорят. Элма думает, ты сейчас должен уйти.
Что за... Не как грязнуля? Не могу поверить. Он подловил меня. Мне надо уйти со своей же вечеринки. Простите, Элма, вы не видели маленького красного монстра? Он был очень растерян. Растерянный? Нет, не растерянный. Единственный монстр, которого я видел, был очень невежливый. Невежливый, совсем как другой красный монстр. Невежливый, даже не сказал спасибо за десерт. Синий рыцарь Гровер мирно отдыхал в своем пруду. Это был очень мудрый рыцарь, и он много знал про все виды монстров. Возможно, он мог помочь Элму. «Привет, синий рыцарь Гровер! Ты не видел маленького красного монстра, который пушистый и красный? Иногда он торопится, иногда он невежливый, и у него две руки и...» «Ладно, ты пока отдохни, а я, сэр Гровер, посмотрю, кто тут есть в пруду». Тут нет маленького красного монстра. Ладно, спасибо за поиск. Подожди, Элмо. Может, если ты скажешь волшебные слова, эти создания помогут тебе найти монстра, которого ты ищешь. И? Это так безумно, что может сработать. Скажи, Элмо, волшебные слова. Ладно, твои волшебные слова. Абра, швабра, кадабра, скажи, где маленький красный монстр. Хорошо, Элма постарается. Абра-швабра-кадабра! Скажи, где маленький красный монстр? Смотри, это обманчивый чудо-гипомидор. Очень мило, сэр, рыцарь. Но это не маленький красный монстр, которого ищет Элма. Неважно, ты не маленький красный монстр, которого ищет Элма. Иди пообедай. Мой совет — не ешь много сладкого. Увидимся. Вот и еще один монстр в моем пруду. Так вот кого он искал. Почему он сразу не сказал? Интересно, он очень похож на Элма. Полосатые монстры, крылатые монстры, розовые монстры и белые монстры. Тут было много монстров, но среди них не было маленького красного монстра. И это самые смешные существа, каких Элма видел. В Зазеркалье очень весело. И молвил Морж, пришла пора подумать о делах, о башмаках и сургуче, капусте, королях. И почему, как суп в котле, кипит вода в морях? Очень красивое стихотворение, мистер Морж. Ку-ку-качу. Да. Может, Элму нужно поискать маленького красного монстра где-нибудь еще? Все карты были перемешаны. Элма подумал, что если он поможет их исправить, они тоже помогут ему. Ау! Простите, вы не видели маленького красного монстра? Я все еще не могу играть. Что происходит? Что происходит? Элма ищет маленького красного монстра. Ты можешь помочь? О, да, я могу помочь. Возможно, маленький красный монстр внутри домика. Внутри дома? Конечно, иди к нам. Спасибо. Это карточный домик. Элма увидел в карточном домике самых разных красных монстров. И чем больше Элма смотрел на них, тем более знакомым казался ему маленький красный монстр. Маленький красный монстр, ты здесь? Ты внутри одного из этих зеркал?
Какой сумасшедший красный монстр! Этот красный монстр показался Элме знакомым, но он такой высокий! Элма, как у тебя дела? В тебе должно быть 10 метров роста! Это маленький-маленький красный монстр. Этот маленький красный монстр похож на монстра из зеркала Элма. И они оба похожи на Элма. Подожди-ка, все эти маленькие красные монстры – это Элма. А Элма – все эти маленькие красные монстры. Все зависит от того, как смотреть на Элма. Элма сейчас пройдет через зеркало. Элма хочет вернуться домой. Наконец, Элма снова оказался в своей комнате, а прогулка по Зазеркалью подарила ему идею. Если он даст волю фантазии, то сможет стать любым монстром, каким только захочет. Элма вернулся! И красный маленький монстр тоже! Ура! Ха-ха! Это голова-цветок, одетый в броню, с хвостом рака! Монстр Элма! Это с чеширской улыбкой, в листьях, с полосатым хвостом. Монстр Элма! Это голова-цветок, одетый в карту, смешной кролик. Монстр Элма! Ты тоже можешь быть кем захочешь! Чем Элма? Наш Элма так прекрасен. Элма на картинке, Элма на столе, Элма на кровати или просто в зеркале. Элма, самый лучший в мире, это Элма. Просто загляденье знает ответ на вопрос непростой всегда. Ведь он самый лучший, умный, милый, сладкий и смешной. Еще встретиться с тобой. Прощай, Элма тебя любит. О, привет еще раз. Алистер хотел пройти через свое зеркало, но все время ударялся головой. В другой раз надо использовать воображение или взять только раму от зеркала. Если ты хочешь снова прочитать историю, нажми туда, чтобы просто читать, или туда, чтобы читать и играть. А теперь выбери, в какие игры ты хочешь играть. Нажми сюда, чтобы выбрать легкие игры. Чтобы играть в игры посложней, нажми сюда. Итак, решай, что ты хочешь делать. Это название истории. Элма в Зазеркалье. О, посмотри на все эти картинки. Когда ты попадешь в Зазеркалье, их будет еще больше. Будет интересно. В комнате Элма стояло большое красивое зеркало. Когда Элма смотрел в него, оттуда смотрел маленький красный монстр. Он никогда не выходил из зеркала, а Элма никогда не входил внутрь. Пока однажды... Ей! Ты маленький глупый монстр. Элма, интересно, кто ты? Тьф!
Это друг Элма, книжный червь. Красный монстр за зеркалье, Элма рад с тобой играть. Ведь все, что Элма делает, ты любишь повторять. Красный монстр за зеркалье, Элма хочет знать ответ. Что ты делаешь в то время, когда Элма рядом нет? Ту-ту-ту-ту. С тобой играть. Ведь все, что Элма делает, ты любишь повторять. Красный монстр за зеркалье, Элма хочет знать ответ. Что ты делаешь в то время, когда Элма рядом нет? Красный монстр за зеркалье, Элма хочет знать ответ. Что ты делаешь в то время, когда Элма рядом нет? Шахматные фигуры, когда никто не играет в шахматы. Это чайник или чихальник? Смешно? Неважно. Смешная музыка. Любопытный кот, правда? Давай петь! Нажми на синтезатор! Кто ты? Это зависит от тебя, Элма! Что это значит? Элма увидит! Давай! Элма очень хотел узнать, на что похож мир, где жил маленький красный монстр. И вот он уже там. Элма смог пройти прямо через большое зеркало. Ах, Элма, очень жаль. Ты ведь не маленький красный монстр. Нет, я маленькая красная пешка. И сейчас у меня проблема. Ты сбил все красные фигуры. Не беспокойся. Мы сейчас все расставим по своим местам. Элма, нужна помощь! Надо поставить красные фигуры напротив белых, которые выглядят так же. Выбери одну из этих красных фигур. Когда ты найдешь пару, поставь красную фигуру на свое место в траве. Выбери одну из этих красных фигур. Когда ты найдешь пару, поставь красную фигуру на свое место в траве. Спасибо за помощь! Точно! Спасибо за помощь! Давай еще! Давай еще! Хорошо! Правильно! Возьми еще одну фигуру! Ага! Да! А теперь найди следующую пару! Эй! Очень хорошо! Спасибо, что вернул фигуры на место. Ты не потанцуешь со мной? Элма с радостью потанцует с тобой. Тут не проходил маленький красный монстр, как раз перед тем, как пришел Элма. Да, проходил, но он очень торопился. Совсем как он. Очень торопился. Какой прекрасный сад. Там было много цветов и деревьев, и звуков. Элма смотрел на цветы
и надеялся, что они смогут ему помочь. О, привет, цветы! Элма хотел бы, чтобы вы говорили. Тогда вы могли бы сказать Элма, где найти маленького красного монстра. О, мы умеем говорить, хорошо? Если находится кто-то, с кем стоит говорить. Да-да, мы говорим только, когда хотим. Как сейчас. Элма, не ландыш, не абрикос. Ты знаешь, о чем я? Он не колокольчик, не клен, не кокос. Он не сосна и не ель. Только один цветок, которым он может быть. О, да, верно. Элмо Барбарис. Нет, вы цветы такие глупые. Элма совсем не Барбарис. Или любое другое растение. Посмотри на пушистый красный цветок. Я думаю, что он не очень красивый. Это звучит не очень-то приятно. А бабушка Банан всегда говорит, что нужно стараться говорить приятные вещи про других. Ну, его нос похож на мандарин. Так лучше. Хочешь поговорить с этим красным парнем? Нет. Ты уверен? Он выглядит очень счастливым, совсем как мы. Говори за себя. Это ты счастлив, а я нет. О, да, верно. Точно. Элма счастлив. Эй, тыква, ты помнишь, когда мы были молодые, как этот пушистый маленький красный овощ? Нет, не помню такого. И я не помню. Я думал, вдруг ты помнишь. Ну ладно. Но Элма совсем не овощ. Я думаю. Что? Он мог бы найти. Ну же. Компа. Нею. Но у Элма большая компания. В этом саду столько цветов. Эй, невиданный цветочек расцвел у нас в саду. От всех укрывшись, он спрятался в траву лебеду. Пушистый красный цветочек очень хорош. Очень хорош. Ну, Элма, может, хорошенький, но Элма не цветок. А, этот сад так хорошо пахнет. Кто-нибудь тут видел маленького красного монстра? Эй! Ау! Ай! Элма совсем запутался! Это было тихое, тенистое и очень странное место. В этом лесу никто не мог вспомнить свое имя, и все забывали название вещей. Запутался. Не помню. Имя. Гаманука Дебеда. О, да. Эй, привет. Два склеенных монстра. О, двуглавый монстр. Двуглавый монстр? Это имя. Да, это игра. Да, это игра. Игра. Имя. Имя. Пожалуйста, Нет. Нажми на предмет, который держит твою попу, когда ты сидишь. Подставка для попы. Ага. Стул поддерживает твою попу, когда ты сидишь. А вот и оно.
вернись! Помоги! Вон тот, да, вон там, да, вон там, да, да, тот, да. Летающий автобус! Летающий автобус! Летающий автобус! Нажми на летающий автобус! Да, 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 летающий автобус. Самолет? Как автобус, который летает. Вот, пожалуйста. Эй, там, осторожней, осторожней. Выбери. Пожалуйста. Цветной. И палочки. Цветной. Она была палочки. Цветные палочки. Нажми на цветные палочки. Подожди. Нет. О, нет. Найди цветные палочки. Цветные палочки. Хорошо. Угу. Да. Да, умно. Элма знает. Мелкие — это палочки, которыми можно рисовать. И они бывают разных цветов. Экспресс-доставка! Как это? Ну же ты, отойди! Ты хорошо жонглируешь, двуглавый монстр! Подождите! Элма помнит, это называется жонглирование! Эй, постойте! Элма только что вспомнил! Элма зовут Элма! Жонглировать! Жонглировать! Здорово! Ты хорошо жонглируешь, двуглавый монстр! Эй, привет! Смотри, что? Ничего. Элма просит прощения. Тут не пробегал маленький красный монстр как раз перед тем, как пришел Элма? Он пошел вон туда! В зазеркальном мире было так много удивительного. В зазеркалье все вещи были чуть-чуть другими, чем в мире Элму. И чеширский кот только улыбался. Маленький красный монстр! Элма не видит его нигде. Но Элма видит много других монстров. Он носорог глаз! Она явно получает много писем. Может быть, маленький красный монстр за тем смешным деревом?
Я опаздываю! Это был маленький красный монстр? Подожди, Элма! Что это? Прямо за забором Оскар накрыл стол для вечеринки Грязнуль. Элма увидел пустое место за столом и подумал, что маленький красный монстр тоже мог прийти. Ага. Ого! Эй, иди сюда! Я опоздал на вечеринку! Элма уже здесь! Что это за вечеринка? Это вечеринка Грязнуль. Ведите себя как Грязнули или уходите. Лучше слушайся Оскара. Веди себя как Грязнуля. Это супервечеринка. Собрались Грязнули, здесь всюду беспорядок, здесь нет тишины. Все заняты работой, но вы пришли ко мне. Так будьте беззаботны, я буду рад вполне. Это супер! 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 День! Грязнули снова вместе, значит, время поиграть. Попеть смешные песни, прыгать, бегать, танцевать. Дети, собирайтесь, отгоните сон и лень. Скажу вам, что нам делать, это просто супер день. Это супер! 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 Ну же, почти то, что надо! В следующий раз я хочу услышать ужасную песню, ладно? Эй, Оскар, я думаю, я стал больше грязнулей. Слушай. Фу, гадость, фу! Неплохо. Кролик, давай хуже. А теперь слушай, Чашка. Тебе лучше перестать опаздывать все время. Эй, чайник, просто оставайся на том конце стола. Торт! Оскар, ты не сказал, что торт не настоящий. Не веселитесь, цветочки. Грязнули, Элма говорит. Ну, кажется, у нас появился новый грязнуля. Давай, Гудок, постарайся не спать. Я бы спел песню «Вечеринки грязнуль». Нажми на то радио и давай петь. Ну, ты хочешь еще десерт? Еще десерт? Но тут вообще нет десерта! Фу! Элма очень хотел вести себя как грязнуля и ужасно насвинячить за этим столом. Дело в том, что такие здесь были правила, но больше всего Элма хотел найти маленького красного монстра. Как я сказал, это вечеринка грязнуль. И сейчас мы все получим грязный десерт. Тебе надо сделать всем десерты. И все они должны быть одинаковыми. Возьми для каждого вон из того желе. Одна клякса горчицы. Когда ты положишь все, что надо, нажми на синий тюбик. А, это будет очень плохо! Так правильно, Оскар?
Когда десерт будет готов, грязнуля Элма съест все сразу! Фу! Этот десерт точно просто гадкий! Не могу дождаться, когда мой десерт будет готов! О, да! Это уже что-то! Эти десерты выглядят гадко! А ты справишься с этим? Возьми для каждого вон из того желе. Две сардины. Когда все получат, что надо, нажми на этот синий тюбик. Эти десерты становятся довольно ужасными. Попробуй это. Дай каждому три старых жвачки. Когда ты закончишь, нажми на этот синий тюбик. Ты сделал это! Знаете, я не думал, что эта вечеринка будет такая классная, когда вы собрались. Но это оказалось очень весело. Большое спасибо! Прости, Элма, но грязнули не должны так говорить, Оскар. Разве ты не должен уйти сейчас? О, ну я? Я сказал, что если кто-нибудь поведет себя не как грязнули, ему придется уйти. Он хочет сыграть тебе мелодию. Простите, Элма, вы не видели маленького красного монстра. Он был очень растерян. Растерянный? Нет, не растерянный. Единственный монстр, которого я видел, был очень невежливый. Невежливый, совсем как другой красный монстр. Невежливый, даже не сказал спасибо за десерт. Синий рыцарь Гровер мирно отдыхал в своем пруду. Это был очень мудрый рыцарь, и он много знал про все виды монстров. Возможно, он мог помочь Элму. Привет, синий рыцарь Гровер! Ты не видел маленького красного монстра, который пушистый и красный? Иногда он торопится, иногда он невежливый, и у него две руки и... Эй, минуточку! Я сижу в этом пруду целый день, и я вижу здесь много монстров. Скажи мне что-нибудь еще про монстра, которого ты ищешь. Ладно, что-нибудь. Элма знает. У него есть то, чем видят. Покажи мне, пожалуйста, о чем он говорит. Нажми на монстра, который может видеть. Элма скажет еще раз. Нажми на монстра, который может видеть.
Ой, нет, это не то, что ищет Элма. Послушай, Элма, нажми на монстра, который может видеть. О, нет, Элма говорил не про это. Ты видишь вещи глазами. Нажми на что-нибудь с глазами. О, глаза! Гровер понимает. О чем ты? Вот твой друг с маленькими глазками. Да, у этого краба есть глаза, но он не очень похож на маленького красного монстра. Не то, что ты ищешь. Ну, может, ты скажешь Гроверу что-нибудь еще про маленького красного монстра? Что-нибудь еще про маленького красного монстра? Ага! У него есть то, что сгибает ноги! И не говори! Боюсь, я не знаю, о чем он говорит. Тебе придется мне показать. Нажми на монстра, который умеет сгибать свои ноги. Ой, нет, Элма сказал не это. Послушай, Элма, еще раз. Нажми на монстра, который умеет сгибать свои ноги. Ага, маленький красный монстр был пеликаном. А какие у него чудесные колени! Да, у этого пеликана есть две коленки. Но Элма говорил про коленки маленького красного монстра. Что? Это не маленький красный монстр. Не понимаю. Тогда расскажи Гроверу что-нибудь еще про маленького красного монстра. Давай. Еще что-нибудь. Ага! У него есть то, чем можно щекотать. Ага. Нет-нет, я не понимаю. Пожалуйста, покажи Гроверу, о чем он говорит. Нажми на монстра, который может щекотать. Пальцы! Да, у маленького красного монстра есть пальцы, конечно! Да, у него есть пальцы. Но это не маленький красный монстр, которого ищет Элма. Тш, не беспокой его. Это очень застенчивая мыша-панда. Поверь мне. Та-дам! У него есть все, что ты сказал. Это должен быть монстр, которого ты ищешь. Да, у этого монстра есть глаза и коленки и много пальцев. Но это не маленький красный монстр, которого ищет Элма. Ладно, можешь уходить. Ты не маленький красный монстр, которого ищет Элма. Все равно спасибо. О, ладно, спасибо за поиск. Так вот кого он искал. Почему он сразу не сказал? Интересно, он очень похож на Элма. Полосатые монстры, крылатые монстры, розовые монстры и белые монстры. Тут было много монстров, но среди них не было маленького красного монстра. Наверное, это очень хорошая книга. Шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне.
просит прощения, но ты шалтай-болтай? Я и есть шалтай-болтай, я и есть морж, но все зовут меня Телик. О, Элма надеется скоро найти маленького красного монстра. Все карты были перемешаны. Элма подумал, что если он поможет их исправить, они тоже помогут ему. Ау, простите, вы не видели маленького красного монстра? 16, 24, 2, это неправильно. О, Элма знает, мы должны помочь поправить карты. Нажми прямо на червы на карте, чтобы убрать их. Здесь должно быть 4 червы. Когда карта будет готова, нажми на синюю колоду карт. Ура! Я 4 червей. Готово! Спасибо! Молодец! Давай поможем другим. Здесь должно быть 7 червей. Когда карта будет готова, нажми на синюю колоду карт. Вот это да! Я 7 червей. Готово! Спасибо! Очень хорошо! Но нужно помочь и другим картам. Здесь должно быть 6 червей. Когда карта будет готова, нажми на синюю колоду карт. Ла-ла-ла, я 6 червей. Готово! Спасибо! Это карточный домик. Ты мигаешь, филин мой. Я не знаю, что с тобой. О нет, не та страница, где и та. А, вот. Элма увидел в карточном домике самых разных красных монстров. Подожди, пока не увидишь, Элма. Ха-ха. Элма увидел в карточном домике самых разных красных монстров. И чем больше Элма смотрел на них, тем более знакомым казался ему маленький красный монстр. Маленький красный монстр, ты здесь? Ты внутри одного из этих зеркал? Нажми на любое зеркало, чтобы увидеть, кто там внутри. Этот красный монстр показался Элме знакомым, но он такой высокий. Ты знаешь, кто этот красный монстр? Элма любит играть с маленьким красным монстром. Когда Элма вернется домой, он будет это делать. Какой сумасшедший красный монстр! О! Это огромный красный монстр! Это огромный красный монстр! Элма не этот огромный красный монстр. Элма маленький красный монстр. Может, маленький красный монстр тоже Элма? Посмотри на эти зеркала. Нажми на любое из них. Подожди-ка. Все эти маленькие красные монстры — это Элма. А Элма — все эти маленькие красные монстры. Все зависит от того, как смотреть на Элма. Элма сейчас пройдет через зеркало. Элма хочет вернуться домой. Наконец,
Элма снова оказался в своей комнате, а прогулка по Зазеркалью подарила ему идею. Если он даст волю фантазии, то сможет стать любым монстром, каким только захочет. Элма вернулся! И красный маленький монстр тоже! Ура! Ха-ха! Давай сыграем в игру с маленьким красным монстром! Нажми на все, что сверкает, и поднеси это к зеркалу! Поднеси это к зеркалу и нажми! Это смешной кролик Элма! Да! Здравствуй, Элма! Ха-ха! Элму нравится играть в рыцаря! Если бы Элма был книжным червем, он выглядел бы именно так! Каким бы был Элма, если бы он был раком и жил в море? Если бы Элма был картой, он выглядел бы именно так. Ого! Было бы так весело быть страусом Элма! Это чеширский Элма-кот! Ух ты! Ха-ха-ха! Таким бы был Элма, если бы он был цветком! Или просто в зеркале? Элма, самый лучший в мире, это Элма! Просто загляденье знает ответ на вопрос непростой всегда. Ведь он самый лучший, умный, милый, сладкий и смешной. Это Элма! Ты уходишь? Хорошо! Элма будет ждать тебя здесь, когда ты вернешься! До встречи! Добро пожаловать в библиотеку! Ты можешь прочитать историю сначала. Итак, ты можешь выбрать любую страницу. Выбери любимую страницу, нажав на одну из маленьких картинок. Элма! Что, ты хочешь, чтобы я снова рассказал тебе про библиотеку? Хорошо! Если ты хочешь прочитать историю снова, нажми туда, чтобы читать и слушать историю. Или нажми туда, чтобы читать и играть в истории. О, кому-то другому понадобился компьютер, а? Ничего страшного, ты можешь пойти почитать обычные книги. Или поиграть на улице. Или, может, пора спать? Или, может быть, пора есть печенье? Это телик. Я прочитаю стихотворение «Бармаглот» Льюиса Кэрролла. Воркалась, хлипки и шарьки пырялись по нове. И хрюкотали зелюки, как нюсики в мове. О, бойся Бармаглота, сын, он так свиреп и дик. А в гуще рымит исполин злопастный брандашмык. Но взял он меч и взял он щит, высоких полон дум. В глущобу путь его лежит, под дерево тум-тум. Он встал под дерево и ждет,
и вдруг грахнул гром. Летит ужасный бармаглот и пылкает огнем. Раз-два, раз-два, горит трава, зы-зы, стрижает меч. Ува, ува, и голова пора бордеть с плеч. О, светозарный мальчик мой, ты победил в бою! О, храброславленный герой, хвалу тебе пою! Поркалось, хливки и шарьки пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как нузики в мове. Ух ты, это было просто здорово, телек! У Элма появились